Итак, на ковре борцы, оспаривающие первое место и звание победителя международного турнира в весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Эдуард Григорьев, команда России, Республика Саха-Якутия. В синем трико выступает Бояр Циренов, Россия, Республика Бурятия и город Красноярск. Борец в красном трико Эдуард Григорьев, Саха-Якутия, Россия. Студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. Кандидат мастера спорта, 12 лет занимается борьбой. Тренер Даниил Неустоев. The wrestler in red trick Эдуард Григорьев represents Якутск City. He is 22 years old. Student. He is practicing wrestling for 12 years. His coach is Daniel Neustrom. Синим трико борется Бояр Циренов. Россия, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, параллельный зачет Красноярский край. Тренер Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, мастер спорта России, 16 лет занимается борьбой. Тренеры Кирилл Сандыбеев, заслуженные тренеры Виктор Петрович Алексеев, Амурхан Бетанов. Лучший результат Бояра Циренова – бронзовая медаль чемпионата России 2009 года. In blue tricks, Bayar Tsirenov represents Ulan-Ude, Krasnoyarsk cities. He is 16 years practicing wrestling, and his best sport result is the third place in the National Championship of Russia in
Yeah, a lot of them.